Давай-ка встанем сейчас на морюшко, покажем. Всем привет, ребята! У меня для вас новости. Я решила все-таки разделить канал. Я уже говорила, что я запустила второй YouTube-канал. Он называется «Жизнь в другой стране». Вот так он выглядит. Сейчас я вставлю картинку и ссылку на него оставлю в описании. Теперь все видео про нашу жизнь, в Турции, про адаптацию в другой стране. Я не утверждаю, что мы останемся жить в Турции. Я думаю, что будет еще много чего интересного. В общем, про нашу адаптацию, про нашу жизнь, какие-то интересные рецептики, про то, как снять квартиру, какие-то лайфхаки. Все будет выходить на другом канале. Я вас очень прошу на него подписаться. Я хочу выйти на монетизацию канала, чтобы YouTube платил мне за рекламу. Для этого мне нужно набрать как минимум 1000 подписчиков и 5000 часов просмотров. Сейчас я туда дублирую видео, которое уже снимала ранее и выкладывала на основном канале. Но я уже записала видео новенькое про онлайн-школу. Все, так сказать, все просили про онлайн-школу подробно рассказать. Я это уже сделала, и это видео выйдет именно на этом канале. Так, это Сергей пробежал. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, поддержите меня. Еще такой интересный момент. Наверное, вам всем интересно, сколько YouTube платит блогерам, сколько он платит за рекламу. И я вам расскажу, сколько я заработала на своем канале на YouTube, сколько мне денег заплатили. Но вы сначала помогите мне выйти на монетизацию на моем другом канале, про который я вам сейчас рассказываю. И тогда я сниму видео про то, сколько YouTube платит блогерам. Я думаю, вам это будет очень интересно, потому что это тоже заработок. И, ну, неплохой, так можно сказать, немножко неплохой заработок. Вот, поэтому вы мне, я вам. Вот такие у меня новости. Вот сегодня солнечная погода. Последняя, вроде как говорят, неделька зимы в Турции, и ждет нас тепло. Ветер холодный и ночью достаточно прохладно. Морюшко сзади. Вот такие у меня новости, ребят. Ну что, все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк. А, да, на этом канале я буду выпускать рукодельные видео. Я смонтирую то, что не смонтировала, давно обещала, про пошив, и буду выпускать какие-то влоги или мастер-классы, которые не требуют от меня вышивки или пошива, но помогут вам во многом разобраться. То есть это будет такой более творческий контент. Так что этот канал останется для творчества. Ну все, всем пока. Всем пока.